Командор Мейсон к сержанту Вудсу. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегия живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью? Я думал, причина в завтрашнем дне. Причина во всем, Марк. Я хочу отдыхать больше, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не переведешь нас в очередную богом забытую страну. Давай, Фрэнк. Привет, ребят. Привет, Макнайт. Барахло у тебя? Да, спортивная сумка в сарае. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово. Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Я позволил себе вольность и просмотрел твои старые дела. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Твою ж мать! Просто дети, Макнайт, они того не стоят. Наверное, ты прав. Добро пожаловать в Панаму. Задание нормальное. Подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было. Терзало изнутри. Но я не обратил... внимание. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени. Ничего не хочешь нам сказать? 10 секунд. Хадсон, как слышишь? Нет ответа. Будем продолжать по плану. 5 секунд. Пошли, пошли. Макнайт, Мейсон, мы вошли. Ру,
группы спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение создания 12 за пределами боевой зоны. Хадсон не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мэйс. Конец связи. Вали их, Вудс. Готов помочь. Прекратите огонь, когда мы уйдем с крыши. Блин, все еще проблемы со связью. Берегись, слева! Я тебя прикрою. Давай, все равно идем. Сосредоточься на помощи спецназу. Группа Гольф, говорит Мейсон. На крыше все чисто. Не стреляйте, мы выходим из люка. Займись!
Мейсон, это Хадсон. У нас есть точные данные о местоположении объекта Лжепророк. Отель Аделина, номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь их мне. Поехали. Взять его. Только дай причину отстрелить тебе башку. Ты что делаешь? Слежу за твоей репутацией. Не такой был уговор. Позвони своему командиру. Пусти задницу в кресло. Хадсон, это Мейсон. Продолжай, Мейсон. Лжепророк захвачен, эвакуируемся. Запрещаю. Жди нового приказа. Объект Лжепророк обладает данными об основной цели Nexus. Проводи его как ценный груз в указанный пункт для обмена пленниками. Подробности позже. Задница, такой ценный груз. Цель Nexus? Кто может быть важнее этого козла? Мне это тоже не нравится, но пора с этим покончить. Слишком много времени теряем. Задание — простой захват. А потом влез этот сраный Хадсон по рации и сказал, что Нарьега не наша цель. Он нужен для обмена. На другого пленного. И в тот самый момент я, блин, должен был догадаться. Уже тогда должен был. Твою мать, что со мной такое? Какого хера? Фрэнк. Эй, Фрэнк. Сраный Хадсон. Надо было его во Вьетнаме пристрелить. Эти твари с гражданскими обращаются не лучше, чем в Никарагуа. Они обдолбаны по самые уши. Вали их. Я займусь мусором. Ну давайте, долбана, в ту город. Уничтожите их! Дохни, американец! Валите отсюда! Идите по домам и сидите там! Мейсон, ценный груз все еще у тебя? Так точно. Отправляйся к армейскому контрольному пункту за трущобами. Тебе сообщат, где произойдет обмен пленниками. Трущобы — зоны боевых действий. Я вправе защищаться. Дайте мне оружие. Дай ему, чего он просит, Мейсон. Это приказ. Конец связи. Зараза. Ты что делаешь? Ты просил оружие. О патронах ты ничего не говорил. Для всех нас лучше, чтобы тебя никто не узнал. А теперь пошел. Вот, займи позицию. Я прослежу за Нарьегой. Войска США прорываются в город. Вторжение полным ходом. Идем на север. Следи за своими гражданскими. На балконе! Везде пехота! Оставаться в укрытии! Им на балконе тяжелый пулемет! Выбирай маршрут. Если разделимся, не волнуйся. Я за Нарьегой. Выходи по сигналу. Thank you.
Прикрытие! Пройди через парк в центре города. Парк находится справа. Впереди наши! Не стрелять!
Он погиб как солдат? Только не говори, что его убил этот сраный жертвест. Только не это! Нарьега. Нет, пацан. Мы все пешки. Тут полная жопа! До вторжения было не сильно лучше. Хадсон, это Мейсон. Мы почти у контрольного пункта. Осталось пара кварталов. Хадсон! Проклятие. Черт его знает, что со связью творится, Вудс. Не переживай, Мейсон, техники вечно лажают. Что это слышишь? Она серьезно ранена, Мейсон. Этой минуты тебе даже дышать запрещено без моего разрешения! Иди в жопу! В жопу? Мы только что оттуда. Уходи! Готовится вертолетный удар! Давай! Будет! Контрольный пункт впереди. Отлично! Жду не дождусь, когда передам этого козла кому-нибудь другому. Да! Мейсон! Хадсон, где тебя черти носили? Вы на контрольном пункте? Господа, ваш транспорт вас ждет. Сюда, сэр. Ценный груз все еще у тебя? Да. Так что это за цель Нексус такая? Что может быть важнее объекта Лжепророк? Просто доверься мне, Мейсон. Ты должен. Конец связи. Да, порой я сомневался в приказах. За свой отряд надо отвечать, за всех ребят до одного! Так точно, Фрэнк. Только все не так. Командование в жопе. Я солдат. Я получаю приказы и выполняю их. Вот, вы на позиции. Мейсон уже на позиции. Перехожу на крышу южного здания. На крыше западного здания. Отсюда отличная стоп-пора. Сраная связь. Сюда. Все готово. Enemigo a las 12! Никто не должен знать, что я его предал. Его? Хадсон, цель Нексус это кто? Хадсон! Это он, Вудс. Цель Нексус — это Рауль Менендес. Ты должен был рассказать, Хадсон. Ты должен был сказать. Мы готовы. Выводи его. Они выводят эту мразь. Вижу объект. Покончи с этим, Вудс! Довольно.
Чёрт! Менендес! Алекс Мейсон, твой лучший друг, погиб от твоей руки. Ты понимаешь, почему? Он собирался убить Дэвида. Потому что ты должен страдать, как страдал я! А теперь умрет еще один. Ты, Вудс. Или Дэвид. Решай, или через 10 секунд погибнете все! Вудс, я не могу. У меня двое детей. Они... Хрен! Меня! Давай! Давай же! Твою жизнь поглотит чувство абсолютной потери. Тогда и только тогда ты поймешь, что ты сделал со мной. Я не убью тебя, мальчик. Как и Вудс, ты будешь страдать вместе со мной. И когда-нибудь ты снова увидишь этот кулон. И ты вспомнишь все, что видел и чувствовал сегодня. Ты вспомнишь все эти годы ярости и боли. И когда вспомнишь, Дэвид, прошу, приди ко мне. Папа! Нет! Папа! Ты ничего не мог сделать, Фрэнк. Ты ни в чем не виноват. Мы с твоим стариком были лучшими. И даже мы не смогли его остановить. Времена изменились, старик. Скоро ему конец.